ночью 27 марта бурная река Жорновка размыла эстакаду северного обхода Твери. В Калининском округе на 5-м километре дороги Глазкова-Мухина приступили к активной фазе восстановительных работ. Наш корреспондент Ирина Синягина побывала на месте и расскажет обо всем подробнее. Это видео облетело все социальные сети в ночь на четверг. Летом эту маленькую речку Жорновка не видно, а вот в половодье она дает о себе знать. Вот и этот год не стал исключением. 26 марта в Калининском округе на 5-м километре дороги Глазкова-Мухина бушующая река размыла эстакаду, реконструкция которого ведется в рамках строительства трассы М-11. Из-за случившегося жители соседних деревень не смогли утром в четверг уехать на работу, рассказывает Андрей. Хотели поехать из деревни на работу. Но вот жена не сумела к 8 часам уехать. Здесь было столкновение машин. Машины пытались в объезд ехать через нашу деревню, через тюльки по железной дороге. Там и заседа сели они, там дорога распутится. Ну, где-то часов до 10 здесь вот такая была петрушка. Как отмечает дирекция территориального дорожного фонда Тверской области со ссылкой на «Автодор», размыв произошел из-за интенсивного таяния снега. Откос части земляного полотна размыло. Произошло подтопление водопропускной трубы. По поручению губернатора Игоря Руденни в помощь специалистам государственной компании «Автодор» на место оперативно прибыли представители Главного управления МЧС России по Тверской области областного дорожного фонда. В течение ночи непрерывно велись работы. Днем в четверг вода спала. По состоянию на 2 часа дня бурную речку удалось приструнить. Сейчас здесь была отсыпана новая насыпь. Началось укрепление обочин. И началась активная фаза ремонтных работ. На эстакаде запущено реверсивное движение для всех видов транспорта. Установлены предупреждающие знаки.